Привет, друзья, это Фей. Продолжаем смотреть демки в Стиме. Сегодня это Die in the Dungeon. Умри в подземелье. Или кубик в подземелье. Потому что die — это единственное число слова dice. Или наоборот, множественное. Ну, в общем, вы поняли. Так. Я абсолютно вообще не представляю, что в этой игре надо делать. И тут нет... А, вот туториал. Окей. Давайте туториал. Эй. В чем проблема? Ты забыл свою тренировку? Окей. Давай быстрый раунд. Сначала кинь кубики. Теперь возьми кубик и кинь его на доску. Видишь? Каждый цвет показывает разные действия в битве. Ага, базовые вещи — это атака, блок и хил. Я могу навестись на кубик, чтобы получить информацию. Слишком перегружено, не переживай. Давай все разложим по полочкам, слева направо. Здесь тип кубика. Тип показывает... Что будет делать кубик, когда использован? Он восстановит 2 хп. Следующее — это разные стороны. Да, стороны. Грани кубика. Ага, у него получается 1-1, 2-2, 3-3. То есть он, это не классический кубик, у него вот такие грани. Видимо, мы сможем находить какие-нибудь более крутые кубики с более крутыми гранями. Это интересно. И, наконец, некоторые кубики имеют специальные способности, ну, специальные свойства, скорее, которые модифицируют то, как они работают. И у него стеклянное свойство, это значит, что его можно использовать только один раз в бою. Но все с теорией, давай играть. Я могу ограниченное какое-то количество кубиков сыграть. Давайте блок. Нам нет смысла хилиться. Погоди, твоя энергия только что закончилась. И это значит, что ты не можешь больше класть кубики на стол. Ну, эта энергия показывает просто, сколько я кубиков могу использовать. Ага, я могу засунуть кубик себе обратно, чтобы восстановить. То есть это все обратимо. Ну, хорошо. Ага. И я могу нажать кнопку, когда я готов. Когда я нажму кнопку, я вижу, как... Все применяется. Отлично. А я видел, как что должен делать враг? Мне это как-то показывают. А ты в порядке? Сори, я забыл тебе сказать. Враги будут ходить после тебя. Так, давай еще кинем кубики. О, видишь эти фиолетовые кубики? Это новый тип кубиков. Они называются буст-кубики. И они делают другие кубики сильнее. Давайте положим. Вот это уже интересно. Вот почему здесь такая форма интересная у стола. Это я могу в разные места класть этот кубик и усиливать разное количество... других кубиков. Супер. Буст кубик таргетит определенные места на столе и улучшает их. Вот это то, что написано на буст кубике 2, это показывает, насколько далеко от него на столе он будет бустить другие кубики.
Вот, тут 2, и поэтому раз, 2. И это же значение будет добавлено к кубику. То есть тройной кубик мы сможем поставить эффективно только вот здесь, например, наверное. Если я положу кубик в фиолетовые индикаторы, они станут сильнее. Ага. А я могу запустить запущенное? Но они друг друга не бустят. Они просто накладываются друг на друга, но друг друга не бустят. Хорошо, но мы можем просто убить эту муху. Видишь, полное значение стало выше. Если собираешь кубики вместе, как вот так, это ключ к успеху. Угу. Время закончить. С правильной комбинацией я смогу его убить с одного хода. Ну, я уже ее сделал, эту правильную комбинацию. Отлично. И ты выглядишь как нормальный кубиковый рыцарь снова. Я думаю, это как раз вовремя, чтобы пойти в нормальный бой. Тут, кстати, тоже есть ачивки, как в Slay the Princess. Но это как бы не демка. Это, ну, то есть это демка, но не в плане, что она не считается демкой в Стиме, она считается как бы просто прологом, отдельной игрушкой бесплатной. Вот, поэтому как Nova Lands была в свое время. Так, это будет плюс один. Это будет плюс один. Она атакует. Так, ну давайте я хочу наверняка забустить. И, наверное, я... А, ну, мне нет смысла хилиться сейчас. Да. Так, так. А я могу сразу 6 урона нанести. Вот и все. Финиш. Бам. Все. Ага, убрать один кубик, увеличить макс хп на 3. Давайте увеличим макс хп, не вижу смысла пока от кубиков избавляться. Я зашел в комнату, наполненную дырками и грязью, с огромным инсектоидом в середине, который смотрит на меня. Вместо того, чтобы атаковать, он улыбается и предлагает мне... руку, чтобы на нее встать, что? Пропустить этажи с первого по третий, увеличить макс хп. Ага, или пропустить со второго по четвертый и выбрать один золотой кубик. Но мне не очень хочется драться, конечно, с ними, но это как будто бы более интересный вариант. Heavy heal dice. Ага, он 1-2-2-3-3-4. Блок dice 3-3-3-3-3-4. Boost dice 2-2-3-3-3-3. А у нас есть вообще... У нас есть блоковые эти дайсы, но они средненькие совсем. Хиловый у нас нормальный. Хил я не вижу смысла брать. Вот либо буст хороший взять можно. Тогда у нас слишком много буста будет, наверное. Хотя... Пусть будет буст. Проапгрейдить один кубик. А, вот, там было дай. То есть это единственное число все-таки. Окей. Так, берем. Инсект открывает свой огромный кулак и предлагает тебе шанс подобрать золотой вот этот кубик. Угу. Но
вдруг рука внезапно закрывается, сюрпризно для тебя, и когда ты открываешь глаза снова, ты находишь себя на более высоком этаже. Окей. Так, ты что такое? А, я могу таргетить разных ребят. Медиум один атак, один weak атак, один медиум атак. У них еще с разными пропертиями атаки. А это вообще хилит. Так. Мне хорошие блоки выпали, кстати. И ничего на урон. Ну ладно. Интересно, а Локи переносится на следующий ход? Я вот что-то сомневаюсь. Это что? А, это то, что скинуто. Так, давайте закончим. Он их хилит, но у них макс хп. Так, теперь есть урон. О, золотой кубик нам выпал. Ну да, он только вот 2 повышает. Но мы можем вот сюда еще бахнуть. Ну хотя, есть ли в этом смысл? Наверное, нет. Наверное, просто лучше так и так. И убить этого бафера. Да, мы немножко хп потеряем. Но, в принципе, можно будет отхилиться. Я думаю, без проблем. Угу. Как будто... вот они нам снимали по 3 блока, но... когда до хп дошло дело, они нам сняли только 1 хп. Как-то странно. Мы можем атаковать только одного врага за раз, да? Есть у меня такое ощущение. Можем похилиться, но я не вижу в этом смысла. Думаю, лучше мы убьем просто одну муху. Теперь можно похилиться, наверное. Да, учитывая, что мы не можем больше ничего особо делать. Я думаю, в следующем ходу мы ее просто убьем. Так что можно сделать так. А, ну сейчас она 1 урона нанесла в броню. Странно. 5. Ну, ладно. 5 так 5. Броня у нас есть. Сейчас она 2 брони снесла. Ну хорошо, просто добиваем все. Убрать 1 кубик или еще плюс 3 макс хп. Ну, можно убрать какой-нибудь плохой бафающий кубик. Макс хп не настолько критичным. Так, а ты что за муха? Нифига, 5 слабых атак. Жесткая какая-то. Но мы можем себя в какой-то степени защитить. Я думаю, бахнуть по ней 5 урона. Раз. У тебя средняя атака была, да? А, видимо, средняя атака это типа 3 урона, а слабая атака это 1 урона, да? Видимо, так. Просто, ну, как-то непонятно. Одна слабая атака. И сколько это урона? Странно. Ну ладно, так. Можем мы прибить? Нет, прибить не можем. Но можем похилиться. И заблочить, наверное. Потому что бить, мне кажется, смысла нет. Потому что если уж бить, то прям наверняка, чтобы до конца.
А у него одна какая-то сильная атака была? Ладно, неважно. Мы можем... Так, так. Можем его добить. Ну и броню тогда бахнем. Закончим. Бам. Блин, хил не выпал. Вот хил не выпал, тогда, может быть, стоит пропустить один ход. Ну, то есть, нет, мы его бахнем, конечно. Но я к тому, что не нужно его сейчас убивать, потому что хотелось бы похилиться. В броню он нам пусть долбит сколько хочет. Давайте еще броню бахнем. Я просто хочу именно хил. Что, хила не будет? Хил покинул чат? Не, хочу хил. Дайте мне хил. Да ё-моё. А где? Ладно, настакаем себе броню. Пусть долбится об нее сколько хочет. Но это уже не смешно. А, он у меня стеклянный, небось, да? Да, в этом прикол. Ладно. Тогда ладно. Да, наверное, это баланс. Проапгрейдить 2 кубика до серебряного тира. Да, вполне. Давайте урон. И, может быть, блок тоже. Хотя, может быть, лучше просто урон. Чтобы, если что, быстро убивать. Так, я достиг какого-то длинного темного коридора. И я что-то вижу на потолке. Дымок направляет меня к какой-то дымящейся трубе. Могу... выкинуть 2 кубика или отказаться. Но если я выкину 2 кубика, то мне гарантированно будут падать только те кубики, которые у меня есть. Да, потому что у нас всего 5 слотов. Но как будто бы... Тхз... Странно, не хочу. Идемте дальше. Думаю, с самого опасного начнем. 2 слабые атаки. Можем вполне бахнуть сразу. Конечно, потеряем 2 хп. Так я защитюсь от всего урона. Но, наверное, стоит сделать так. А, что? Нет? Если 2 слабые атаки, это разве не должно быть по единичке? Я ничего не понимаю. Как это все работает? Ну ладно, давайте похилимся с ультрабустом. И добьем челика. Ау. У них опять слабые атаки по 2 наносят. Странно. Но мы вернули себе чуть-чуть хп. Давайте бахнем того, который наносит среднюю атаку. Блин, все равно пробивают. Линия. Ну, сейчас не должны пробить. Да, сейчас мы одного вообще убили. Так, хорошо. А ну, мы его убиваем.
Апгрейдить один до золотого. Звучит хорошо. Но апгрейдить мы можем только серебряные. Ладно. Блин, на хиле единичка выпала. Но... Сейчас... А вот я, когда я заканчиваю раунд, у меня сбрасываются кубики или нет? Что-то вот этого не заметил. Не обратил внимания. Да, фигово нам наролилось все. Ну ладно. Давайте... Давайте муху, наверное, сначала бахнем. Бам. Да, у нас не перероливаются кубики. Что печально. Ну ладно. Нет смысла апгрейдить урон. Пусть будет. Нас все равно пробьют, причем мощно так пробьют. Но выбора у нас особо нет. Да не, не мощно пробили. Шестерка выпала. Жестко. Еще и тройной апгрейд. Но вы меня балуете. Блин, все равно я не добиваю. Ну ладно, мы можем вот так добить. Но я, получается, хил не использую. Его надо добивать. Иначе мы еще больше здоровья потеряем. Да, давайте проапгрейдим до золотого. Ага, это босяра какой-то. А он тоже блок ставит. Давайте мы тоже блок поставим. Надо нанести ему как можно больше урона, пока он не в блоке. Ага, ну, один защиты, не страшно. Так, сейчас он опять атакует и блокирует. Ну, не страшно. Постепенно наше здоровье тает, но я думаю, мы справимся. Да. Не, погодите, я его так не убиваю, да? Я же его так не убиваю. Да, у него должен один хп остаться. Ну, теперь можно хилиться. Heal all up. All HP, точнее. Или дропнуть один кубик. Да мне нечего дропать, на самом деле, у меня все хорошо. О-о-о. Ага. Вот это уже интересная механика. Закрывают нам слоты. И ты что? А, может быть, убить только если нанести ему ровно 7 урона? Прикол. Или это имеется в виду, что он может быть убит, если ему наносится ровно столько урона, сколько у него хп сейчас? В папочках просто написано Current Health. Ну ладно, ну давайте бахнем тех, кто впереди. Заблокируем. Бам. Ау. Так,
Ровно 7 мы снова не нанесем, но можем убить еще одного. Похилимся, я думаю, попозже. Ага, вот теперь мы можем ровно 7 нанести. И заодно похилимся. Отлично. Один новый кубик, говорите. Ну, да, давайте. Серебряный буст. Серебряный блок или золотой блок? Ну, очевидно, золотой блок. Вот это что за палочки? Это 6, типа? Ну, видимо, да. Ну, золотой блок, не откажусь. А у нас такой враг уже был, да? Так, ну золотой блок, супер. Супер нравится, супер нравится. Да, думаю, так мы сделаем. А почему он здесь остался? Ничего себе. Что? Странно. Ладно. Я не то чтобы против. Даже можем еще один себе блок бахнуть на халяву. У него какое-то свойство? Да, наверное, у него свойство какое-то. Надо было посмотреть. Мы, кстати, можем. Нет, не можем. Нет, тут я уже не могу посмотреть. Видимо, у него какое-то свойство, типа он остается на доске, теряя единичку своего value. Медиум хила. Жестко. Кстати, он вернул себе все хп. Он меня не может дамажить. Окей. Так что давайте просто выкидывать мусорные кубики. Да. Долго мы его так будем колупать? А, ну один вик хил, хорошо. Урона. А, ну мы можем еще вот так вот усилить. 10 урона. Да. Так, так. 7 урона. Ну, в блоке нет смысла, но в нем и не будет смысла, поэтому не будем себе забивать слоты. Так, так. Вот. Heavy property остается на доске и дропает свою value 4 хода. Угу. Ясно. То есть он на доске 4 хода остается. А он атакует, кстати. Ну, давайте защищаться. Ну, мы его не убиваем, но можем похилиться. И добиваем. Это немножко оверкил, но на всякий случай. Можем выкинуть кубик. Да, давайте выкинем слабый блок кубик. Это кожаный рюкзак появляется передо мной огромного размера. Тут все какого-то огромного размера. Ага. Ну, давайте посмотрим, что там внутри. Угу.
Можно либо получить плюс 6 макс хп и 15 урона, либо один новый кубик. Ну, наверное, кубик. Посмотрим. Золотой атакующий кубик. Мне это нравится. Follow. Пустой. Интересно, что это значит. Но я не уверен, что это можно посмотреть. Да. Видимо, нельзя. Сколько они нам урона-то нанесут? Вот одна слабая атака, одна средняя атака. И что это значит? Значит, ну я предполагаю, что этот 6 и этот 6 должен нанести урона. Поэтому, возможно, стоило бы побольше блока бахнуть. Может, и нет. Ну, это нанесло меньше урона, чем я ожидал, но... Все равно ощутимо. Так. Давайте 13 по этому бахнем. Тем более, что он среднюю атаку наносит. Мам. Так, а это мы выдерживаем. Хорошо. И я думаю, вместе с тем, чтобы убить его, мы похилимся. Мам. Отлично. Выкинуть кубик. Да, наверное, не хочу. Давайте посмотрим новый. Ага, пустой и стеклянный. Ну, давайте посмотрим. Хилищие кубики лишними не будут. Кто тут? А, может быть, использован без потери энергии. Ничего себе. Это что такое? Слабое место. Ага. Кубики, которые здесь будут размещены. Короче, если здесь будут кубики, то это будет урон уменьшаться наш, я так понимаю. Сильная атака. Сильная атака — это жестко. Так, ну хорошо. Если я здесь поставлю. Ладно. Видимо, это когда-то потом учитывается. Ну окей, допустим. Я могу вот так увеличить урон и сразу бахнуть этого челика. Потом, если что, выхилимся. Он мне десятку снес. Это жестко. Так. Блин, бафующего кубика у нас нет. Вот этого давно у нас не было. По нам жестко прилетит. Но я хочу выхилиться все-таки с... апгрейдом. Блин, хотя бы единичка. И на самом деле мы можем просто нанести урон. Ну, летальный. Все. Но похилиться, блин, тоже хотелось бы, но мне кажется... Мы нормально не похилимся. Хотя нет, вот так можно же. Так мы все равно убиваем. А, ну можно до конца. А он нам нечего апгрейдить. А, нет, есть чего. Хилищий кубик можно до золота проапгрейдить.
Ну, хз. Давайте лучше выхилимся просто. Так, тебе что? Копикэт. Ага. Действие этого врага зависит от того, какие мы кубики используем в этом ходу. Да. Три атакующих кубика, значит, три атаки у него будет. Давайте его бахнем. Кажется, что стоит. Иначе он может нам проблем доставить. Так. Да вот, допустим. Сколько я ему урона нанесу? 10. Я не понял, что эти штуки делают. Блин, я неправильно прочитал, что ли? Это если мы на все эти места кубики положим, то мы, да, делаем его сильную атаку слабой. Ясно. А я, наоборот, избегал того, чтобы ставить сюда кубики. Ну ладно, не страшно. Выхилимся и добьем его просто. Так, Grand Heavy Property to One Die. Вот Heavy Property на хил было бы вообще жестко, да? Согласны? Давайте бахнем на хил. Он бесплатный, тяжелый, так еще и стеклянный. Ну, стеклянный — это плохо, конечно, но все же. То есть мы можем его просто поставить на стол, и он будет нас хилить в течение нескольких ходов. Но стоит его на втором ходу ставить. Так. Блок. Урон. Один слабый блок. Он вроде нас копирует, но почему-то у него атака уже есть. Бустер, модифайер. Почему у него бустер? Если это этот чувак должен был себе бустер сделать, или он его может забустить? Видимо, он другого бустит. Ну ладно. Так, давайте... Думаю, может... Наверное, можно... Нужно ли мне... А, ну, сейчас. Так, мы его не убиваем. Этот нам наносит сильную атаку. Но это лучшее, как мы от нее можем защититься. Мы только можем потом похилиться. Так что... Вопрос просто, может быть, нам стоит так сделать. Да, наверное, стоит убить его просто. А 5 защиты нам от этого чувака хватит. Вот, теперь он себя забустил. Хорошо, ну и теперь хилку поставим. И урон бахнем. Мы его так не убьем. Но нам и не надо особо. В следующем ходу мы его, в принципе, убьем, я думаю. Но все, нам больше нет. Нет смысла что-то еще делать. А, давайте макс ХП повысим.
новый кубик нам как будто бы и не нужен. Как только ты заходишь на следующий этаж, ты видишь что-то мистическое. Высокий кузнечик. Так, что он от нас хочет? Один... Ага, можно хэви. Угу. Можно какому-нибудь кубику либо хэви сделать, чтобы он оставался на столе, либо пустотелость. А золотые, они всегда одно и то же выкидывают или что? Почему у них выделен последний этот? Странно. Ну, пустое — это интересно, конечно, но тяжелое — это как будто бы помощнее. Тяжелое на какую-нибудь атаку, и все. Это жестко, мне кажется. Давайте попробуем с этим. Так, теперь я знаю, как этим пользоваться. Так, это хэви, да? Пойдет, наверное. Так, а ты тот, который хэви или ты? Нет, вы оба не те. Хорошо. Защитились. Его отхилило почти на все, что было. Ну ладно. Так. И... А, это не тяжелые хилки. Подождите, а у нас разве не должно быть тяжелые хилки? Здесь пустая хилка. Я вроде ее тяжелой делал. Или она типа один раз сломалась, и у нее сбросился этот property? Сбросилось это свойство, странно. Но хилиться нам нет. Нет чего. Поэтому так. Так, вот это хэви. Это хорошо. Давайте его даже посередине поставим. Но тут как-то не к месту этот усиливающий кубик. С другой стороны, конечно, так можно, но... Сколько урона-то нанесет? Нафига. Ну, на самом деле не страшно. Мы это блочим. Теперь мы жесткий урон наносим. Тут челик нас практически не атакует. Ну и теперь пипец тебе, мужик. Мы его ваншотим просто. Жестко. 2 до сильвера пробредить. Звучит неплохо. Хила нам как будто хватает. Давайте блок и этот буст апгрейдим. Ты что такое? А, ну мне что-то... кубики добавило в это, в мою колоду, в мой мешок. Должен быть способ использовать... Ее медовые кубики в мою пользу. Остерегайся ее заряженной атаки. Угу.
А здесь что за места? Crown Mark слот. Ага. Поставить сюда Honey Dice, чтобы улучшить его. Наверное, это стоит сделать. Так, Heavy. Давайте поставим Heavy сюда. Лок. Но хилиться нам не от чего пока что. Так, две очень сильные атаки. Ага. А. Так, наверное, нам нужно блочить эти штуки, да? А не ставить на них. Есть такое ощущение? Royal Jelly Covered Slot. Increase the value of dice placed here. А, да? Подождите. Я не понимаю, нам сюда нужно Honey Dice оставить или... Target this slot и Honey Dice to improve it. Ага. А, вот оно что. Если мы просто Honey Dice юзаем, то он нам закрывает эти штуки, и тут дамаг сокращается в два раза. А если сюда ставим, то он увеличивается в два раза. Ну, не дамаг, а вообще... Любое значение кубика. Ну, ладно. Мау. Больно. Очень больно. А есть разница? Ну блин, 4x-то, и мне нечего тут использовать. Вот в чем проблема. Могу только похилиться. А у нее что? Ага, опять дает мне Honey Dice. Блин. Я не понимаю значения на этих кубиках. Вообще что-то дает? А, Honey Dice у меня одноразовые, да? Поэтому она мне их постоянно будет давать. Это будет слишком много. Давайте отхилимся на 4, я хз. Хотя, сейчас подождите. Мы же урон наносим. Но я не могу затаргетиться на два этих. Только разве что вот так. Ну да, наверное, это будет пополезнее, чем отхилиться на 4. Перспективе. Спасибо за Хани кубики. А, так. Сразу оба я не могу затаргетить. Двойной урон нанести. А ты что? Special action. Какой-то у нее там special action. Оу. Вот это жестко. Как будто бы нет смысла сейчас хилиться, да? Special action. А, это она типа заряжает атаку, видимо, просто. Вот ее special action. Есть ощущение, что нам надо сейчас отхилиться, да? Шесть. Блин. Ну ладно. Чувствую, она нас все-таки побьет.
У нас нет Хани Дайса. Кстати, этот тяжелый. Ну ладно. Видимо, у меня там просто не вмещаются свойства. Но, видимо, так. Блин, ну теперь урон не заролился. Только так вот поставить, не знаю зачем, похилиться на 4. А, тут тоже таргетинг, что-то там. Ага. Ну это, короче, тоже бустится здесь хил. Можно не использовать эту тогда. Можно вот так вот похилиться на 4. Пока что на халяву. Ау. Так. Блин, опять ни одного этого дайса. Так, наверное. Защищаться нам в любом случае надо. Да, она нас даже через защиту пробивает. Special action. Это она зарядит две атаки, видимо. Не знаю, еще урон бахнуть или броню. Наверное, броню стоит. Хотя. Что не стоит? Да не, наверное, стоит. Но это всего 2. Может быть, сможем забустить на следующем ходу. Давайте так. Заряжает 2 сильные атаки. Так, ну это не спасет нас от 2 сильных атак, но хотя бы что-то это сделает. Но она тоже близка к смерти. И этого не хватает. Но она нас и не атакует сейчас, кстати. Так что, возможно, мы ее успеем сейчас убить. Пожалуйста. Блин. А, ну стойте. О. Ну-ка. 8. Блин. Ну это рип, походу. Одна очень сильная атака. Сколько очень сильная атака наносит? А как мне затаргетить в углу? А, только вот здесь. Ясно. А, ну мне не надо, собственно. Ну ладно, мы должны это пережить. Мне кажется, одну очень сильную атаку. Да, 13 она наносит. Так, так. Все, мы ее убиваем. Жестко. Сейчас вторая фаза. Победите королеву пчел.
Апгрейд, ага. Давайте апгрейдим. Золотой хил. Не знаю, насколько нам нужен золотой хил, но вот золотой блок как будто бы лучше всего. Хилимся до фула. И это не конец. Ничего себе. Ну ладно, я думаю, мы все равно на этом закончим, потому что мы уже тут час сидим. Прикольная игрушка. Я не знаю, насколько тут по реиграбельности и какой контент будет в финальной версии, но пока что это выглядит как такая игрушка на пару вечеров. Я не вижу, куда тут глубины добавлять, потому что все строится только на уроне, блоке, хиле и бусте. И на механиках разных врагов, вот разве что врагов разнообразивать. Но тут как будто бы нет простора для какой-то фантазии. Но, тем не менее, игрушка все равно интересная, и позалипать можно вообще с кайфом. Так что, если вам понравилась эта игра, она доступна бесплатно, это пролог. Оставлю ссылку, как обычно, в описании, а вы в комментариях пишите, понравилась ли вам эта игра. А если вам понравилось это видео, вы можете поставить ему лайк, мне будет приятно. Подключайтесь в Discord, общаться будем. Спасибо всем, кто поддерживает меня на Boosty и Donation Alerts во время стримов. И, как обычно, живите дружно, не болейте, и до скорого.